И я рад вас всех приветствовать. Сегодня я вас познакомлю со своим проектом рукоблудства цифрового микроскопа на базе распредкоробки, штатива для лампы. Вот такой вот веб-камеры, вытащил я ее из USB-микроскопа. Вот такого объектива из фотоаппарата Киев. Результат вы можете наблюдать сами. Штатив я закрепил на шкаф, чтобы у нас меньше дрожала картинка. Так как если штатив стоит на столе, буквально легкое касание по столу, легкого удара, даже буквально руки положить, картинка начинает трястись очень страшно. А если вы очень внимательны, вы могли заметить новую веб-камеру, которая лежала на столе. И будем дальше экспериментировать, пробовать разные конфигурации. У меня еще два объектива в запасе и новая веб-камера.